Руководители и сотрудники предприятий региона постигали кайдзен. Речь о системе непрерывного совершенствования процессов производства. Делились основами данной философии с ивановцами ее родоначальники – японцы. Семинар проводит ассоциация «Ротабо». Инициировал мероприятие Станислав Воскресенский в ходе российско-японской межправительственной комиссии в декабре прошлого года. Цели «Ротабо» или цели нашего японского бизнес-клуба – это одна – и расширение отношений между японскими и российскими предприятиями. И я сам принимал участие в данный проект повышения производительности с 2017 года и в 2018 году, в прошлом году тоже частично работал. И поэтому, каким образом мы работали, я хочу вам сегодня рассказать. Эксперты «Ротабо» посетили за последние два года около 20 российских предприятий разного профиля, проводили диагностику производительности, внедряли кайдзен. В частности, в список предприятий для диагностики в 2018 году была включена Ивановская мебельная фабрика. И сегодня среди нашей делегации как раз присутствуют два эксперта. Они расскажут вам о своей работе, о результатах, которые достигли. Также поделятся своими впечатлениями и представители мебельной фабрики. Представители российских предприятий ездили на стажировку в Японию, посещали производственные площадки лидеров рынка страны восходящего солнца. Что важно, мне кажется, всем нашим предприятиям важно послушать, понять, как устроена эта работа у наших японских коллег, что-то для себя перенять и, если это полезно для нашего производства, обязательно реализовать. Как правило, такие технологии ведут к снижению затрат, снижению издержек, а значит, росту прибыли, росту доходности предприятия, более устойчивому положению наших предприятий, новым инвестициям и новым рабочим местам. Большие семинары в регионах – это возможность тиражировать полученный опыт. Подобные встречи уже прошли в Московской, Калужской, Свердловской областях Республики Татарстан. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.